Партнер проекта «Люди говорят» – Банк Восточный. Это реклама мессенджера. Там происходят какие-то моменты из жизни, которые могут происходить с людьми. И, собственно, как при помощи этого мессенджера можно их сделать проще. То бишь, это может быть свидание или поход к парикмахеру. И сидит человек, такой грустит. И там диалоги, типа его все поддерживают друзья. Бесских подгузников с животными. Зоопарк. Потому что смешная, веселая. Просто дети. Счастливые дети маленькие, счастливые родители. Приятно смотреть. Оператор связи, как бы, ну вот, постоянно. А больше, в принципе, никаких. Ноги и все. Только за счет этого и запомнилось. Реклама более патриотического направления, поддерживающая государственность и все прочее. Ну, скорее всего, профилактического направления, если ГИБДД рассматривать там. Они такие должны быть. И это правильно. Может быть, ролик, вот, где вот показывают проходимость автомобилей, может быть, что-то вот такое. Пейзажи, горы, вот это. Захотелось купить такой автомобиль? Да я думаю, что нет. Почему? Ну, мне это не надо. Реклама, может, косметики, красивые девушки, хочется выглядеть тоже красиво. Видела рекламу, где девушкам просто делали макияж в какой-то студии, тоже интересно, как бы. Ну, кукуруза, горох, они выпрыгивают из банки, оказывается, в салате. Компания, которая создает детское питание, подгузники. Там был сюжет про то, что родители делают все для нас, мамы нам. Всему мы обязаны нашим мамам, что жизнь дают нам мамы. И вот прям реально реклама за душу цепляет очень сильно. Ну, самое милое, это, мне кажется, тогда кошачий корм получается. Ну, там котики постоянные, ты такой, ой. Просто котик идет, и там, вот, допустим, тот же самый Вискас, когда там мама, он просто ходит по квартире, и это очень мило. Вот всякие курсы обучения, обычно у них очень презентабельный вид. Видимо, предполагается, что это те, кто там проходят эти курсы. Захотелось пройти курс обучения и стать таким же успешным? Нет, есть ощущение, что это неправда.